Новости Богородского района. Богородская43.ру. Здравствуйте, дорогие женщины села Богородское Кировской области. Меня зовут Валерий Семин. Я вас искренне поздравляю от всей души, от всего сердца с наступающим праздником, днем 8 марта. Вы знаете, я вам желаю здоровья прежде всего и большой любви. И самое главное, чтобы мужчины ваши, которые у вас есть в жизни, носили вас на руках. И не только дарили цветы вам 8 марта в этот праздник, а как можно чаще. А я вам со своей стороны хочу подарить песню, которую любила моя бабушка. Это песня «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Вместе со мной давайте споем. Расцвела под окошком белоснежная вишня, из-за тучки далёко и показалась луна. Все подружки по парам в тишине разбрелись, только я в этот вечер засиделась одна. Все подружки по парам в тишине разбрелись, только я в этот вечер засиделась одна. Вспомни, мой ненаглядный, как тебя я встречала. Мне казалось, что счастье — это ты, дорогой. Все как лучшему другу я тебе доверяла. Почему же сегодня ты прошел стороной? Все как лучшему другу я тебе доверяла. Почему же сегодня ты прошел стороной? Никому не поверю, что другую ты любишь. Приходи на свидание, и меня не тревожь. Неужели в моем сердце огонечек потушишь? Неужели тропинку ты ко мне не найдешь? Неужели в моем сердце огонечек потушишь? Неужели тропинку ты ко мне не найдешь? С праздником, любимые женщины!